Вот наш первый победитель. Здравствуйте, товарищи. 9 мая. Праздник, как-никак. Выиграл Егор. Вот, сегодня пришел забрать. Еще не пробовал, как попробую, сниму видеообзор обязательно. И скину Игорю. Смотрите на его канале. Здравствуйте, дамы и господа. Приветствую вас на канале Зиалдант. И сегодня у нас, в этот прекрасный день, 9 мая, прямое включение. Сегодня я на правах победителя канала Зиалдант конкурса с энергетиками сделаю обзор на этот прекрасный экземпляр. Только послушайте звук. Великолепно. Оператор, прошу вас. Жалко, что камера не передает запах, потому что я бы сказал, что рекомендую почувствовать его каждому человеку, кто смотрит данное видео. Вот. Ну что ж, попробуем. Господи, вы даже не представляете, этот вкус прекрасен. Посмотрите на этот цвет. Зеленый, как трава в мае. Попробовав еще раз, могу сказать, что он слегка дает аскорбинкой. Очень похож на дикую энергию. Дикая энергия, энергетика Ягуар. Что ж, дамы и господа, только что была склейка, собственно. Допив почти половину банки данного экземпляра, я могу сказать, что он полнейшая хуйня. Не рекомендую никому. Вот. По вкусу примерно как аскорбинка с водой из-под крана. Вот, поэтому я вам хочу сказать, ребята, берите аспирин зеленый. На канале Зиалдант есть обзор на этот чудесный энергетик. Он намного приятнее и вкуснее, чем эта параша. Вот, собственно... Из плюсов Ягуара можно выделить только шутку про, блядь, мой Ягуар я допью, твой Ягуар. Ну, как-то так. Вот. Ну и что я могу сказать напоследок? Коронавирус, пошел ты нахуй!